Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Ой, я знаю, каждый из нас хочет просыпаться в красивом интерьере и проводить в нем всю свою жизнь. Давайте устроим это с нашим главным предложением дня. Например, сделать вот такую прихожую в своем доме или квартире. Или наслаждаться чаепитием с друзьями в шикарной гостиной. Но и это еще не все. С помощью наших блоков интерьерного покрытия мы с вами делаем легкий и быстрый ремонт без проблем и без дополнительных затрат. Посмотрите, даже ванная комната будет выглядеть роскошно, как настоящий будуар императрицы. А ваша спальня? Или ваш кабинет, и повесить такое красивое бра, и создать уют в своей квартире или загородном доме. Меня зовут Наташа Винтер, но вы сегодня со мной не с одной, с нами Алексей Мичурин, потомственный строитель. Здравствуйте, привет, Леша. Наташенька, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, действительно, мы сегодня говорим с вами о красивом ремонте, но в первую очередь я хочу поговорить именно о том, как вы сможете сэкономить на ремонте и свои деньги, и свои нервы. И все это сделаете с помощью блоков интерьерного покрытия, которые идеально стилизуют натуральную фактуру, но при этом легко наклеиваются с помощью липкого слоя. Снимаете защитный слой бумаги, здесь уже клей нанесен, и вы наклеиваете его на любую поверхность. Блок сделан из ПВХ, это материал, который имеет дополнительно звукоизоляцию, влагостойкость, теплоизоляцию, антивандальность, ветрозащиту и устойчив к выцветанию на солнце. Поэтому по сравнению с натуральными материалами, либо с обычными обоями, эти блоки намного практичнее. Ну и теперь о том, как это клеить. Друзья, вот она наша стена. Мы с вами подносим блок к стене, совмещаем все горизонтали, вертикали. Выровняли. И аккуратненько его разглаживаем по всей поверхности. И готово. А если маленькие дети, Леш? Если у вас дети, либо у вас попадают какие-то загрязнения на блок, то вы легко их сотрете. Посмотрите, блок не боится влаги, не впитывает ее, ну и, соответственно, легко можно ее протереть после использования на кухне либо в ванной комнате. Леш, ну вот ты даже поверхность не готовил. Папа бы мой сказал, ай-яй-яй, так нельзя. Так нельзя в обычном ремонте и при использовании обычных материалов. Но наши блоки великолепно клеятся на ОСБ-плиты и фанеру, на металл, на старую кафельную плитку, на старую краску, на деревянные поверхности, на бетон и на гипсокартон. Да, и у нас сегодня 6 цветов на выбор. Посмотрите на роскошный греческий мрамор. Это самые популярные предложения, которые любите вы. Белый гранит, роскошный, дорогой вид сразу же. Это блоки интерьерного покрытия Нью-Йорк. 2 недели назад они у нас были в эфире. Самые популярные цвета были полностью распроданы за один день. И сегодня по вашим большим просьбам мы их повторяем. Белый цвет, золотое ретро. Очень выглядит презентабельно, респектабельно, я бы даже сказала, в стиле дворцового такого ампира. Также у нас есть альпийский дуб и кирпичный. Это все есть еще в наличии. У вас в наборе будет целых 10 листов, каждый размером 70 на 77 сантиметров. То есть площадь 5 квадратных метров мы с легкостью с вами с помощью одной упаковки закрываем. А цена всего лишь 2999 рублей. За всю историю появления блоков интерьерного покрытия было продано более 75 тысяч упаковок. И посмотрите, как легко и молниеносно преображаются ваши интерьеры. Из привычного, в котором вы уже устали жить, жили много лет, а может даже от бабушки досталось, знаешь, Или Леш, вот да? такой вот ремонт в аварийном состоянии, который можно быстренько привести в порядок, не перекрашивая стены, выравнивая их и не подготавливая. Вот в чем преимущество данных блоков, то что ремонт может сделать любой человек без лишних затрат на выравнивание и на подготовку стен. И сейчас Наташа начала это делать. В красивой одежде, в маникюре, в прическе, видите, да? То есть ничего, никакой грязи нет у нас, ничего не разводится, мы делаем это все буквально вот, ну вот да, смотри, на самом деле, в моей жизни ремонтов-то по большому счету не было, все делали родители. А сейчас подружка моя получила домик от бабушки, и он, конечно же, старенький, и она говорит: Наташа, Наташа, приезжай ко мне летом. Я говорю: а что летом, вот майские праздники, давай я приеду. Она говорит: не-не-не, ты понимаешь, домик старенький, там надо столько сделать, его сначала надо привести в порядок, мне даже стыдно, говорит, приглашать пока туда друзей.
Так, держи. Но действительно сейчас для дачных домов, для загородных домов очень дорого покупать строительный материал. Согласитесь, они и подорожали, их и стало меньше. Но благодаря нашим блокам интерьерного покрытия вы легко свои дачные домики приведете в порядок. Причем вне зависимости от того, из чего они у вас сделаны. И кирпичные дома, и бетонные, и самое главное, деревянные. Потому что блоки, кроме того, что они делают красивые стены, они еще и защищают стены. Поэтому если у вас будет, допустим, деревянная стена, то вы можете защитить ее от проникновения влаги. То есть она уже не будет гнить. Да, не хочешь сама залезть? Она не будет гнить. А если стена, в нее поддувает что-то, сквозняки какие-то, то опять же блок заизолирует эту стену и будет препятствовать проникновению туда воздуха какого-то, да, или заползанию насекомых. Поэтому блоки, кроме всего прочего, обладает еще вот такими изоляционными свойствами. Вот. Ну что, заканчиваем, да, мы? Заканчиваем мы. Ну смотри, вот правда, легко и просто сделать ремонт, и сразу преображается не только наш интерьер, преображаются наши отношения семейные, наше настроение, все, что получаем мы с вами, это сегодня выгодно. Главное предложение дня по цене 2999 рублей. Вот смотри, у меня мама не может закончить ремонт, потому что, во-первых, подорожали цены, а все постепенно приобретается. Нельзя же закупить все стройматериалы и где-то их хранить. Вот. Ну и некоторые материалы совершенно исчезли из магазина. Абсолютно верно. Ну, недаром же пословица существует. Ремонт нельзя закончить. Только остановить. Его можно чуть-чуть приостановить, а потом все равно накопил деньги и вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь. Вот данные блоки, эти стереотипы разрушают. Вы покупаете упаковку блоков и заклеиваете буквально за несколько минут 5 квадратных метров. Вот только представьте, вот это, все, что я наклеила с Лешей, это целая упаковка. По цене 2999 рублей вы ее получаете только сегодня со скидкой 50%. 10 листов в комплекте, и сегодня мы вам предлагаем самые популярные расцветки. Это альпийский дуб, белый, белый гранит, золотое ретро и греческий мрамор. Успевайте делать свои заказы. Это главное предложение дня. Ваши любимые блоки интерьерного покрытия по цене 2999.